Да наоборот, это даже интересно. Понятно, что где это. Это селе маис оре маис. Кукуруза по кукурузе. Así estaba programado ese. Sí. Hace 4 años usamos esta densidad. 4 года так работаем. Antes в Дорриго no podía producir maíz. Раньше в Дорриго невозможно было выращивать кукурузу. Hoy Dorrego el año el último año hizo 45.000 hectáreas de maíz. И Дорриго это район. И в этом районе Дорриго 40.000 гектар кукурузы посеяно. Раньше кукуруза там уже не сильно. Вообще не сильно. 10% del partido, digamos. Получается на метр 2 штуки. Даже не ¿Cuántas son? 24.000. 24.000. Un poquito menos de 12 millas por metro. 2 semillas por metro son 28.600 semillas. Либо я такой чувствительный. En la Argentina se apunta a lo mismo. Nosotros no. Porque no podemos poner muchas plantas. Híbridos, hay distintos, pero hay 4 o 5 empresas que tienen híbridos adaptados, o sea. Pero que la misma empresa no lo sabe muchas veces. Entonces de prueba en error surgió esta cuestión de que hay materiales que tienen 2 espigas en vez de una grande. Eso lo tienen que hacer ustedes estudiando las genéticas que tengan disponibles allá. Se me hicieron lo va a hacer porque va a encontrar el negocio de ellos. Семеноводы никогда вам не будут помогать в этом, потому что вы идете против их бизнеса. Согласен. Лo tiene que hacer él. Вы сами только найдете. Нет, ну где же, что? Пионер, что? Чья селекция? Декаль, Дон Марио, Сурсем. Сурсем. Это местное, да? Декаль, это Монсанто, да. Декаль, Монсанто. Так, вопрос. Вот здесь кукуруза по кукурузе, да? Вот от прошлогодней кукурузы, все равно сейчас начнут сходить растения. Вот с этим как-то борются? No genera competencia porque desde el vamos, o sea, nosotros ya venimos probando el lote de 3 años de maíz sobre maíz. La espiga muchas veces, todo eso que sale en una espiga que se ha caído, que sale en densidad, en cantidad, el mar lo mismo, se ahoga. Es como aquel caso. Главное, чтобы не раскалывать этот почат. Вот, да. Exacto, no romper, y esto es lo que no llega a término porque se ahogan entre ellas mismas. Вот третий год подряд. Урожайность, когда много лет подряд кукуруза, как у них? No. Не меняется. И не растет. Но
вирус aumenta и нукает. Не падает. Понятно. Ну, много выносит питания. Фосфора, калия. Понятно, что азота много выносит. То есть, когда кукуруза, по кукурузе больше удобрений надо. После посоли попасть. En el caso de fósforo, en función de lo que va, lo que va, se va extrayendo como cosecha. En el caso de fósforo, ¿cuánto preuborque урожая было вынесено? Con respecto a soja, el tema de la soja que no se tiene la cultura de la fertilización de la soja. Y относительно, если потом после этого идет соя, у нас нет культуры удобрения сои. Nosotros lo que recomendamos es lo que poner lo que extrae el cultivo anterior y un poco más. Entonces, мы к чему и как работаем, привыкли работать. Что вытащило растение при урожае, сколько вынесло урожай. Тогда все в балансе будет. Восстановить это же количество немножко больше, чтобы всегда баланс был. То есть какой урожай был, мы знаем, какой урожай был, значит, сколько вынесено было. И это же количество восстановить. Вот этого количества пожизненных остатков, он как считает, много, мало, среднее на этом поле? Это плохо. Мало. Бывает больше, да? El problema nuestro los vientos. Tira todo el rastrojo. Наша проблема ветер. Всю раскрываем. Huela todo el rastrojo. А что же низко с кофе? No, se cae solo. O sea, después que entre la sembradora y todo se va... Este año se cosechó más tarde porque llovió mucho, un año muy atípico. Pero terminamos de cosechar en agosto. Mediados de agosto. Ну как тут можно сказать? Вот мы иногда косим кукурузу вот так, на такой высоте. Вот, ну так, на такой высоте, по такой, по таким палкам, сеялкам будет плохо сеять. Семипроводы отрываться будут там. Мы мульчируем. Мульчировщик. А здесь вот они мульчировщики применяют. То есть просто пониже косится или как? А початок на какой высоте первый? Если по нашим меркам, это фау 200 единиц. Вот такой початок. А то и 180, а то можно и меньше. Это ранняя кукуруза по нашим меркам. Ну, второй початок. Второй початок. Под первый початок. Первый выше получается. Второй ниже формируется. Ну, нижнего считается. Ну да, но я просто имею в виду. И ствол он какой мощный. 50-60. Да. А вот более поздние гибриды на кукурузе, где початок высоко, вот так вот первый нижний. Выращивают. И вот, вот на высоте. Nosotros usamos intermedios largos, no largos largos. Nosotros estamos sembrando tarde, más tarde que lo que se recomienda la zona. Может не быть.
Просто ультраранний гибрид, это всего лишь 10 листочков на растении. Среднеспелый, это там 14-15 листьев. А поздний гибрид, там 30 листьев, да? И больше растения размера. Pero generalmente son largos. Decirle que acá en Argentina hacemos dos cultivos en un mismo año. Si hacemos un cultivo de invierno y un cultivo de verano. Pero los maíces cortos, algunos en el norte, están haciendo para poder hacer dos cultivos de verano. En el norte lo común es sembrar maíz bien temprano, cosechar el maíz y sembrar soja sobre ese maíz. Ahí se están usando híbridos de maíz más cortos, pero si no, son largos. Но более поздняя кукуруза, она имеет больше потенциал урожая. То есть можно там 100 центнеров, там 150 даже урожая. От сходов до уборки сколько будет? Самая низкая урожайность по годам, когда у него была и какая? Вот засуху, вот в засуху, до какого падала? Suelos de 2 metros de profundidad. Y este popó la pocha, 2 metros de profundidad. Me lleven 400 milímetros y deciden que soy Gardel. Puedo acumular. Acá no puedo acumular.
Лопаты нету, да? Yo le preguntaba si no voy a, por ahí vamos a ver, en la brisa del río, ¿no vieron la, la cosa? Ah, no creen que hay 40, 50 centímetros. А как, когда здесь засуха, почва трескается, трещины есть? ¿Hay qué? Sí, sí, agrieta. Sí, el agrietamiento, de arcilloso. Acá. Sí. А вот пробовали они сеять кукурузу, допустим, более узкие междуряди? Про барнсы, про дистанции. Вот при такой разрезе. Ну, о sea, no porque, digamos, hasta los 14.000 kilos de maíz no hay diferencia de 70 a 52. 14 toneladas. 14 toneladas por hectárea de rendimiento. No hay diferencia de 70 a 52. До 14 тонн, до 14 тонн кукурузы урожайности разницы нет, 70-52 разницы. Y entonces nosotros a lo sumo podemos atinar a sacar un muy buen año, 8.000 kilos de maíz, estamos sobrados por distancia y todo lo que agarramos. 8 тонн, это собрал. Какие соображения вот кукуруза по кукурузе? Вот решили вот пойти. Haciendo en los últimos años a nivel productividad nos ha ido mejor con maíz sobre maíz que soja sobre maíz que girasol sobre maíz es como más, tiene más estabilidad en zonas norte están haciendo por sexto año consecutivo maíz sobre maíz. Рентабельная культура, вот его бизнес какая. Maíz en los últimos años. Последний año. Este año el más rentable, si estimamos los rindes que podemos llegar a tener, macarones. No, в этом году самый рентабельный макаронный пшеница. Y por último la cebada. El pato ya está salido. Pero nos va a dar la oportunidad de hacer un cultivo de segunda. Одно семей нам дает возможность посеять даже остальные. А вот сразу после кукурузы чего-нибудь сеет он или кто-то может быть сеет? Вот сразу после кукурузы. Ограничивающий фактор. Какой фактор? Экономика.
Карлу. Надо высушить. Карлу мы делаем сильно умеда, и я не рад, потому что это очень много для нас. Это прекрасно есть, да? Мы хотим отрывать на тему политику, давайте, мы хотим. Насколько поднимаешь? Con un metro alcanza sobra. Метр достаточно. А почему не 4 литра? Что сдерживает? Porque no puede 4, porque tiene limita. No me da el equipo, no me оборудование не дает. Оборудование, самопрыскатель не дает оборудование. Concentro mucho más el producto, mucho más eficiente todo. Намного выше эффективность, намного более концентрирован. Это более эффективно. Литра и фасатор на 10 литров воды, но сыгрывает, имеет на калибре аппликации. Сколько вы потеряете концентрации? Сколько эффективность литфасатора потеряете? Это... Мы сейчас можем рассказать, как это, он может быть помешает, понимаете? Не будем рушить знания друг друга. У каждого свое руководство, у каждого в голове свое. Да, у каждой свой цирк под шапкой. Вы